Что общего между коллективами, исполняющими народную, современную популярную музыку и кавер-версии мировых зарубежных хитов? То, что все они подарили свое творчество жителям Славянска в честь празднования дня рождения нашего города и района. Мы предлагаем вам увидеть концертную программу второго дня празднования глазами наших корреспондентов. Последние минуты перед выходом на сцену. Для некоторых из 70 человек самого известного казачьего коллектива края «Кубанская вольница» выступление на славянской сцене стало дебютом в основном составе. Здесь все как на подбор. Девушки с идеальными гладкими прическами, а у всех бравых казаков на лице красуются усы. И это не просто дань современной моде, отмечает Елена Арефьева, балетмейстер Кубанского казачьего хора. Положенная, как говорится, норма для казаков. Усы, борода – это все натуральное, без всяких приукрас. Поэтому мы соответствуем традициям, которые заложили наши деды, прадеды. Поэтому мы несем это с гордостью. Этим мы и отличаемся от всех других коллективов. Как отмечает балетмейстер главных кубанских казаков-артистов, Славянский район для них одно из самых любимых мест. Хороший прием, чуткий и отзывчивый зритель – это все о Славянске. Мы с большим удовольствием приехали сегодня в Славянск на Кубани, потому что для нас это именно тот город, который мы любим посещать. Нас сюда очень часто приглашают. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене. Там каждый думал о своей любимой или жене. И я, конечно, думать мог, и я, конечно, думать мог, когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок, когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок. Практически два часа без перерыва артисты с легкостью удерживали внимание зрителей. В программе только любимые, проверенные временем номера, техника исполнения которых отточена до совершенства. Искры летели от шашек, крутились юбки казачек, танцы сменялись песнями. Жар казачьих баталий разгорячил зрителей, которые пришли на концерт, основательно подготовившись на случай дождя. Кубанская вольница любит приезжать в Славянск, и славянцы любят Кубанскую вольницу. Я настолько ждала этот хор, они давно были, я забыла даже, когда были. Но все-таки, а когда приезжают, я все бросаю, сюда иду. С последней казачьей песней концерт на площади только начал набирать обороты. Народников сменил молодой краснодарский коллектив «Вокальный адреналин». Ребята исполняют кавер-версии популярных современных песен, которые знает и любит молодежь. Примечательно, что один из вокалистов группы – наш земляк. Я сам участвовал в этих мероприятиях, когда был маленький. Все такой ажиотаж, такая площадка – это всегда какой-то позитив, яркие эмоции. Это всегда не передать словами. Замечательная сцена вообще. Просто мы на самом деле в шоке, то, что в Славянске реально такая красивая сцена стоит. И на ней очень приятно выступать. У нас был саундчек, и мы всем были довольны. Звук вообще очень крутой. Вообще Славянск вырос. Он очень сильно расцвел. Его так украсили красиво. Прям вообще очень круто. Высокий уровень подготовки концертной площадки к празднованию дня рождения района отметили не только артисты, но и зрители. Сегодня очень богатая, можно сказать, сцена сказочная. Много света, много всего, очень хорошо. Театральная площадь была переполнена людьми. Отличный свет, громкий и качественный звук, нереальная энергия, которую молодые артисты вкладывали в исполнение песен, создали из главной концертной площадки города огромный танцпол. А в завершении концертного вечера свое творчество гостям праздника подарила ростовская кавер-группа «Troublemakers». –
Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».